Итак, мы начинаем наш вебинарчик. Здравствуйте еще раз, уже, так сказать, более официально. Мы обсуждаем сегодня захватывающую важную тему. Откуда берутся вообще сюжеты хороших снимков? Понятно, в чем, собственно, откуда возникает такой вопрос. Приезжаешь себе в Турцию в отпуск или там еще какие-нибудь интересные места, да? Ходишь и думаешь, господи, а что ж снять-то? Да, это уже было, это сняли. Или даже уже таким вопросом не мучаешься, а приезжаешь домой, да, и все говорят, ну что это за снимки, а ты думал, что снял что-то хорошее. Ну, короче, понятно, в общем, проблемы, да? И как, собственно, вопрос такой, да, как сделать так, чтобы это всем было интересно, чтобы было круто, хорошо, чтобы все восхищались, да, и чтобы было, в общем, совершенно не стыдно эти снимки показывать окружающим. Значит, меня зовут действительно Красновский, моя фамилия, имя Дмитрий, отчество Валерьевич, вот это, собственно, здесь немножечко про меня написано. Я вот преподаю здесь специалисты много-много разных дисциплин, связанных с фотографией, с видео, с дизайном, с рисунком. Я вот там в конце написал лауреат и победитель, потому что, честно говоря, ну что-то я где-то какой-то там лауреат в каких-то конкурсах что-то побеждал, и что-то я победил, действительно. Просто это, ну, это неинтересно, это, в общем, не актуально в данном случае. В данном случае важнее то, что все мы, собственно, люди с вами такие вот, ну, как бы практически и прикладные, да, собрались здесь, потому что мы все увлекаемся, интересуемся фотографией. Итак, давайте обсуждать теперь уже, что касается наших вопросов. Первый такой очевидный, да, достаточно вопрос, что такое хороший сюжет, ну, если мы с вами говорим, обсуждаем, да, этот важный вопрос, давайте разберемся, откуда он берется. И, собственно, первый вопрос, да, который мы должны задать себе, да, насчет, то есть для того, чтобы понять, хороша ли наша фотография, хорошая ли у нас фотография получается, это, собственно, есть ли цель. Вот вы знаете, как это не смешно, да, бесцельные фотографии, они, в общем, по большому счету, бессмысленные, как правило, получаются. Да, поэтому хороший сюжет получается тогда, когда вы хотите снять хороший сюжет. Это естественное совершенно желание, это нормально, там гуляешь, не знаю, по Праге или там опять в каком-нибудь экзотическом месте, или видишь какую-то невероятно красивую улитку, там, не знаю, морскую раковину, просто нажать на кнопочку и ее запечатлеть. Ну, так устроено. Главное, современная культура, да, наша, когда у нас у всех есть мобильные телефоны с хорошими камерами, располагает к тому, что любой объект, который нам нравится, мы сами хотим как бы показать другим, ну, поделиться. Раньше до этого кричали, говорили, иди сюда, посмотри, какая здесь классная раковина лежит, да. И, собственно, все были довольны тем, что чувак сказал друг, да, сказал, да, действительно, реально круто. И все пошли дальше, и все хорошо. Сейчас мир стал уже таким другом. Да? Поэтому идея вот на мобилку сфоткать, да, и показать всем, она уже является само собой разумеющейся. И дальше по количеству лайков мы определяем, хороша ли фотография, да, насколько это все круто. Но это совершенно не значит, что это хороший сюжет. Давайте мы вот это с вами будем понимать. Да? Поэтому если была цель просто сказать «вах», какая красивая вещь, то, ну, собственно, ну, все скажут, да, но это не делает сюжет интересным, да, это не делает сюжет хорошим. Это констатирует, что вам просто повезло, вы прошли мимо хорошего объекта. Давайте это понимать, заслуги фотографа здесь нет никакой вообще. Да, так же, как я все время привожу этот пример, я думаю, все с этим сталкивались, когда приезжаешь в отпуск в южные края, да, и видишь красивые закаты. Помните, как там всегда на море высыпает просто толпа людей, все вот так вот фотики поднимают, прям светятся вот эти вот фотоаппараты, все этот красивое солнышко фотографируют. Ну, конечно, это красиво, да, но это для вас лично красиво. Вы же понимаете, что миллион людей придет на это место, миллион снимет одинаковый, абсолютно точно такой же снимок. Они не будут ничем не отличаться. Поэтому у этого снимка тоже нет цели. Это цель просто полюбоваться и для себя запомнить. Да? И поэтому надо понимать, что это не хороший сюжет. Это во-первых. Второй очень важный вопрос. Да? А кто, собственно, оценивает эти наши снимки? Да? Что такое хороший? Ведь для кого-то хороший. Да? Не может быть хороший снимок для всех абсолютно. Ну, то есть, наверное, какие-то снимки, да, там, мирового какого-то уровня. Да и то, кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся. То есть, второй вопрос. Вопрос, который мы с вами себе задаем, если мы признали, что у нас есть какая-то цель, да, что-то сделать, что-то запечатлеть, на кого это рассчитано? К
кто будет оценивать этот снимок, да, то есть кто будет смотреть, на кого мы рассчитываем, как на зрителей. Если это снимок мирового уровня, ну, допустим, ну, почему бы и нет, мы идем по улице, видим, не знаю, красивый пень стоит, думаем, знаете, дай-ка сделаем снимок, который вот завтра напечатают все информагентства, все скажут, батюшки, какая потрясающая вещь. Ну, красиво жить ты не запретишь, да, но мы должны понимать, что если мы это делаем, то, соответственно, тот сюжет, который мы снимаем, он должен быть интересен всем абсолютно. Да, и опять же, к вопросу о том, что цель-то ладно, это, так сказать, цель, ну, поразить воображение, но кого воображение? Всего мира или наших друзей, или, да, или там двора, или тех, кто на нас подписан на Фейсбуке. То есть второй вопрос, да, на кого мы рассчитываем как на зрителей. Это вот очень такой важный вопрос, на который должен быть абсолютно ясный ответ. Да? Третий вопрос, который мы себе тоже должны давать отчет, это, собственно, как люди, в каком виде люди получат эту фотографию. Потому что одно дело, когда люди смотрят картинку в Инстаграме, да, и совершенно другое дело, если мы собираемся ее распечатать метр на полтора и, значит, где-то там выставлять. Да, я думаю, что все мы с вами понимаем, что само качество фотографии имеет очень большое значение. Да, потому что, вы знаете, вот был год, наверное, полтора назад, может быть, кто-то видел вот в мультимедиа вот этот Март-музей, знаете, наверное, на Остоженке, да, такой замечательный фотомузей, фото, такое выставочное пространство, там была выставка Альберта Уотсона, такой был замечательный фотограф. И там некоторые его фотографии были размером, знаете, там 2 на 3 метра, например, там 3 на 5 метров, чудовищного размера, просто невероятно. И мне было интересно понять, зачем это нужно. Или, например, у меня такие, знаете, фотографии смешные есть, две женские ноги. Ну, просто две женские ноги, но вот размером 2 на 4 метра. И гигантская во всю стену фотография. И хотелось понять его логику. И вы знаете, логика, на самом деле, она понятная, она такая довольно любопытная, неочевидная совершенно. Дело в том, что я, вот как я понял, как я потом в разговорах с критиками это выяснил, да, что он этим размером пытается как бы отделить вот реальные ноги, да, реальные вот объекты от вот этого восприятия. То есть ты подходишь, начинаешь рассматривать вот, там, текстуру, качество, знаете, вот там зерно, которое у него получилось на пленке. То есть ты уже, ну, как бы, он говорит, мол, если не надо на ноги смотреть, так смотри вот как бы на красивые какие-то формы, на пластику, на какую-то, да. То есть он пытается сделать вот какой-то определенный вот жест в сторону зрителя. Поэтому, да, вот возвращаясь опять к тому, что я сказал, очень важный вопрос, как мы собираемся это показывать. Потому что на экране мобильного телефона это смотрится одним образом, да, на распечатанной фотографии другим образом, на стене в зале третьим образом, и, соответственно, люди по-разному будут оценивать ваш сюжет. Да, они будут видеть совершенно разные вещи. На экране мобильного телефона они будут видеть все это в течение, ну, понятно, 5 секунд. Вспомните, как мы с вами просмотрим, правда, вот так вот. Все эти инстаграмы, да, так вот чик-чик, ну, там лайк, ну, и все. Это тоже очень важно, да, то есть как люди будут оценивать и насколько глубоко они будут погружаться в ваш прекрасный, безусловно, сюжет. Так что вот этот вот еще один очень важный вопрос, да, как мы это будем показывать. Четвертый вопрос. Ну, вопрос достаточно простой, но важный. Каков наш технический потенциал? Очевидно совершенно, да. Давайте вспомним нашу тему. Я, собственно, вокруг нее все время кручусь, естественно, я от нее не хожу. Мы говорим о хорошем сюжете, но ведь мы с вами должны понимать, это как раз к тому самому вопросу, да, что хороший сюжет – это же сюжет снимка, да, это же не обязательно красивое, ну, то есть сложное, интересное, там, осмысленное взаимодействие предметов. Да, есть арт фотографии, да, так же, как есть абстрактная живопись, например, есть абстрактная фотография, да, мы берем, здрасте, заходите, берем набор каких-то всполохов пятен, да, там, красивые, там, несколько размытых элементов, и мы говорим, о, классный сюжет снимка, да,
это уже сюжет, это, он просто абстрактный, он вполне себе сюжет. То есть, еще раз, да, очень важный вопрос, как мы технически распоряжаемся тем, что у нас есть. Потому что если у нас маленький мобильный телефон со слабенькой камерой, да, то естественно, что нам нужно выигрывать уже реально за счет хорошего сюжета. За счет каких-то, ну, абстракций на него, ну, можно, конечно, снять, но она будет такая паршивая, в общем, она будет выглядеть. Да? То есть, если у нас мощный объектив с зумами, там, со всякими делами, то, естественно, мы себе можем позволить больше. И сюжет мы можем снимать уже с большой дистанции, да, там, длинный фокус или, там, наоборот, широкий угол. То есть мы технически можем подчеркнуть достоинство нашего сюжета, как-то его обыграть. Да? То есть это имеет тоже очень большое значение. То есть четвертый, да, так сказать, вопрос, который мы себе задаем, соответствует ли, да, сюжет, соответствует ли то, что мы собираемся, чем собираемся поразить воображение современников, да, нашему техническому потенциалу и наоборот, соответствует ли потенциал этому. И, наконец, пятый в этом списке, да, вопрос, но совершенно не последний по значению, каков ваш творческий потенциал? Извините, конечно, такой, может быть, слишком прямой вопрос, но давайте все-таки признавать, да, что это надо себе отчетливо понимать. Причем, знаете, есть такое распространенное мнение, что, дескать, ну, мол, что бы это за ерунда там, да, а у меня-то вот снимки-то, дескать, не хуже, да, ну, что, у него там три квадратика, там, у того же Альберта Отснона ноги сфоткал, а я сейчас пойду, сниму ноги лучше найду, да, тоже сниму, у меня тоже будет круто. Чем, черт возьми, вот его, да, вот этот вот снимок, да, или там стакан какой-нибудь пустой, да, сфотографированный, чем его снимок лучше, чем мой снимок? И вот здесь вот мы с вами должны говорить о понимании творческого потенциала. Я в этом смысле, я даже нечего посоветовать, кроме как внимательно изучать те снимки, которые вот вам показались, ну, как бы вот показались такими же, как ваши сами. Знаете, это очень такая, мне кажется, поучительная вещь. То есть, если вы там посмотрите снимок того же, там, не знаю, Юсуфа Карша, какого-нибудь портретиста, или того же Уотсона, про которого я повторял, или, ну, их много, вот этих разных имен, и я сейчас сегодня некоторые вам повторю. Татьяна, я вижу ваш вопрос, я сейчас обязательно отвечу, продублирую свой e-mail. Вот, так вот, советую сделать простую вещь. Наберите в Яндексе, знаете, имя того или иного человека, там спросите, или там наберите вопрос, там, как была сделана фотография. И вы выясните, понимаете, что этот человек сначала там 20 лет учился, а потом еще сколько-то лет этим всем занимался, и потом в результате там трехлетних экспериментов он сделал этот снимок. Понимаете, не все, конечно, так очевидно, да, потому что, ну, я приведу такой пример. Мы с вами все знаем, я думаю, такого режиссера, которого зовут Хичкок. Да, замечательный режиссер, мастер, как ну, считается, мастер психологического триллера, да, человек, которому в свое время, там, в 50-е, когда он это все снимал, все говорили, вау, то есть просто круче не придумаешь. Сейчас, если честно говорить, да, смотришь, что думаешь, ну, что, господи, сейчас уж триллер, так триллер. Да, а это так, ну, что-то милая такая, да, такая, за чайком попить, ну, какие-то птички там летают, да, ерунда какая. Но надо просто понимать, да, что до него этого вообще никто не придумал, да, что он создал вот нечто такое, чего до этого не существовало вообще, и величие его именно в этом. Да. Вот в этом смысле, если вы сделаете что-то такое, что поразит воображение современников, тогда вы с ним быть, да, на одной, да, стоять вот этой вот волне. И в этом смысле повторить чужое, да, и понятно, что это такой распространенный путь для и фотографов, и художников. Ну, увидел какую-то классную вещь, да. Помните, один первый человек придумал эту фотографию с рукой, там, в смысле, дескать, иди за мной, да. Ну, понятно, что повторить дело не хитрое, а сделать первым, вот в чем, да, сложность. И в этом смысле хороший сюжет надо оценивать объективно, да, не в том смысле, что я сделаю так же, как все остальные, да, а вы попробуйте сделать настолько же оригинальную вещь, да, настолько же неповторимую вещь. Вот с этой стороны надо оценивать, да, не просто с позиции повтора, повторю, потому что это дело не хитрое, да, а в общем совершенно другая история. Вот, так что, видите, все не так очевидно с этими самыми сюжетами, да, и ответ на вопрос, что такое хороший сюжет, он, в общем, не так очевиден. Но, допустим, мы на все эти вопросы более-менее получили ясный ответ.
И у нас возникло какое-то ясное понимание, да, и что такое хороший сюжет. И, собственно, второй вопрос, на который я обещался дать ответ, это, собственно, откуда они берутся, эти сюжеты, да, то есть они где-то ведь существуют, да, как-то же их можно расковырить, все кто-то, ну, кто хочет или кто там очень долго старался, он же откуда-то их берет. Сейчас, извините, я посмотрю, что там за... Да, фото отправил на почту, Анастасия написала. Ага. Да, вот Татьяна задает вопросы. И, кстати, я это могу всем вебинаристам посоветовать. В процессе вот этого моего рассказа вы, пожалуйста, прямо пишите мне сюда вот вопросики, да, а я потом, чтобы, ну, чтобы знать, представлять, да, сколько у нас этих вопросов, я потом вам буду отвечать на них, мы все их будем обсуждать. Вот, так что вопрос вижу, и свой e-mail потом, если надо, будет еще раз продублирую. Так вот, возвращаемся к нашей теме, да, откуда берут сюжеты, где они вообще все находятся. И здесь тоже все не так однозначно. Я просто хотел бы, чтобы вы понимали, да, что однозначно ответить на вопрос о том, что надо пойти, значит, там на такую-то улицу и завести фотоаппарат туда, или там приехать в Париж и справа подойти к Эйфелевой башне, я думаю, что вы и не рассчитывали, что я вам такие буду давать советы. Правда, это не очень интересно. Или там поезжайте в Турцию, и там классный пляж, вот так. Ну, это понятно, что речь не об этом. Да? Я стараюсь вам рассказать сам смысл, откуда вообще, да, вот как к этому подойти в таком, ну, глобальном смысле. И поэтому ответ на вопрос, где берут сюжет, не думаю, сейчас появится такой список адресов, да, где, собственно, они хорошо располагаются. А я вам пытаюсь все-таки рассказать вот эти вот принципиальные вопросы. И первый вопрос, да, то есть первый ответ на вопрос, откуда, где берутся хорошие сюжеты, заключен, безусловно, в личности автора. Давайте мы это тоже с вами понимаем. Да? То есть... Ну, может быть, это не совсем корректно, но давайте уж приведу такой совсем простой пример. Да, я думаю, мы же с вами понимаем, что если мы с вами возьмем двух фотографов, одного, например, профессора Сорбонны, а другого тракториста из Монголии, ну так скажем, да, в крайнем случае, и поставим их в одно и то же место, да, поставим их, не знаю, там, ну, да, даже, не знаю, у Кремлевской стены там, да. Понятно, что они увидят разное. Один, насыщенный своим культурным опытом, да, в котором будут какие-то аллюзии, да, с историческими там параллелями. Другой увидит хороший кирпич, добротный, правда, где много камня. Ну, то есть, каждый увидит свое. Я ни в коем случае не хочу ничего сказать. Монголия – прекрасная страна, трактористы – прекрасная профессия. Все замечательно. Я просто специально, да, взял две разные совершенно вещи, чтобы было понятно, что наш личный опыт, наше личное, в конце концов, образование и понимание проблематики, да, очень сильно влияют на то, что мы с вами видим, что нам оказывается в фокусе нашего внимания. Да. Понятно, что одному, ну, собственно, это самое, как называется, свиной хрящик, да, другому, значит, кисель. И каждый будет видеть свое в том же самом. Поэтому, да, значит, давайте мы это констатируем. Чтобы взять хороший сюжет, надо быть хорошим с точки зрения, ну, скажем так, культурного развития. Это не значит, что все известные снимки делаются только, как скажем, великими там фотографами с многолетним опытом. Конечно, есть снимки, которые, что называется, выстреливают. Да, никому неизвестный человек взял, хопа, сделал какой-то потрясающий совершенно снимок. Но это, опять же, не от него зависит. Это тот случай. Понимаете, если мимо безвестного фотографа проходит, не знаю, там, жираф с гориллой, который беседует, не знаю, куря гаванские сигары, да, то он их сфотографировал. Ну, конечно, этот снимок будет самый известный на свете, и все его скажут, вау, у него купят за бешеные деньги. Но это просто ему так повезло, да, он как фотограф, ему все, что нужно было сделать, просто кнопку нажать, но уж не пройти мимо этого, да, но если он совсем сумасшедший, ну, тогда он, конечно, должен и лечиться, что называется, да. То есть, еще раз, сюжет сильно, впрямую, в первую очередь, зависит от того, на что мы смотрим, как мы смотрим и на что мы смотрим, да, это вот такая принципиально важная вещь, я это вот сформулировал вот таким вот образом, да, личность автора и фокус внимания. Знаете, есть такое очень хорошее упражнение для начинающих фотографов, когда
садишься в кресло, берешь фотоаппарат, и такая просто задача, да, сделайте 10 интересных снимков. Это вот упражнение ровно для того, чтобы тренировать вот этот вот навык, да, потому что вот когда ты сидишь на одном и том же месте, очень тяжело вот среди привычного увидеть что-то интересное, а между тем это очень нужно. Мне очень сейчас нравится, знаете, есть такая, ну, сейчас, я думаю, все видели, кто смотрел, классная рекламная кампания какой-то туристической фирмы, которая говорит, что там не приезжайте, да, ну, сейчас вот я буквально последние несколько дней она сейчас началась, да, там, не приезжайте в Париж, да, посмотрите на Париж глазами, да, приезжайте пожить. Знаете, это абсолютно, вот, это классная идея, она очень правильная, она просто очень хорошо сейчас сформулирована. Дело в том, что я в свое время, когда-то много-много лет назад, когда начал так вот ездить по миру, вообще по городам, мне тоже вот стало интересно, вот как сфотографировать Тамбов. Вот я приезжаю в Тамбов, да, как его сфотографировать так, чтобы он был интересен. И на самом деле я понял, и потом тоже говорил с коллегами, и мы с ними пришли к одинаковому выводу, что почему мы приезжаем в Тамбов, и он нам кажется, ну, я имею в виду там, скажем, столичному жителю, да, ну, кажется, ну, что здесь фоткать-то, да, домики, да, серые, значит, маленькие улицы и двухэтажные, такие бараки, и скучные люди, и без всяких этих прикидов, никакой центральной улицы нет. Дело в том, что мы всегда, мы приезжаем в Тамбов, и мы сравниваем его с Москвой. Мы приезжаем именно как туристы, понимаете? У нас в голове образ Москвы, и поэтому мы приезжаем в Тамбов, мы думаем, ну как, где здесь это Москва? Конечно, ее там нету, понимаете? И в этом смысле очень важно понимать, вот встать на позицию того человека. Вот посмотрите на эту деревянную архитектуру. Представьте, что 50 лет, да, вы посмотрите на это, не знаю, там какая-нибудь ветла невероятная, да, красоты человеческой. То есть надо фокус внимания, это я вообще почему? Потому что фокус внимания, то есть то, на что мы смотрим, да, надо уметь менять в голове. Для этого годятся приемы аутотренинга, да, есть масса всяких полезных вещей, да, и так далее. То есть надо работать над собой. Вот что, собственно, да, очень важно. Вторая очень важная вещь, которая, как мне кажется, связана с этим, да, это, ну, есть такое понятие жанр, да, фотография, жанровая частота. То есть либо вы снимаете фотографию смешную, либо вы снимаете фотографию грустную, либо вы снимаете фотографию энергичную, либо вы снимаете вялую. То есть у фотографии должно быть вот это вот самое настроение, да, у нее, ну, по-разному это можно назвать, там, посыл, да, который вот вы несете, характер, можно сказать, да, или, собственно, то, что я сказал, жанр. Слово жанр – это правильное слово, на самом деле, да, потому что снимая что-нибудь, да, или, я не знаю, там, демонстрацию. Я недавно вот рассказывал друзьям про то, как делать репортажные снимки. Да, мы вот просто так вот с ними беседовали. И я сказал, что, а вот они говорят, ну вот как сделать хороший репортаж? Я говорю, а ты за кого болеешь? Вот ты пришел там, например, демонстрация какая-нибудь, да? Ты за кого? И ведь от того, за кого ты, ведь очень сильно будет влиять на то, как будет снимок получаться, правильно? С одной стороны, можно сделать такой мрачный снимок, да, где злобные, значит, массы там гнетут, а эти, значит, сопротивляются, вот они, ростки свободы. А может, с другой стороны снять, что все нормально, да, а эти дураки лезут, не пойми, зачем и куда. То есть все зависит от автора, от вашей позиции, и эмоциональность обязательно должна в хорошем снимке быть. Да? И вот эта эмоциональность, и вот это, вот, что называется, еще раз повторю, жанровая частота, это то, что тоже создает, безусловно, хороший сюжет. Вы приехали, опять же, давайте из таких банальных, да, вещей, Париж, да, Эйфелева башня. Эйфелева башня сама по себе – это ничто, это просто кусок железа, да, не более того. Поэтому встать очередной раз, ух ты, Эйфелева башня, нажать на кнопку – это будет плохой сюжет. Я даже не знаю, я так как-то... Ну, потому что действительно такая тема волнующая, и часто очень приходится людям это доказывать, да, что вот этот сюжет, я говорю, ну что ты, он говорит, ну смотрите, как классно там птичка пролетает. Я говорю, ну хорошо, но птичка-то пролетала, но твое-то фотографическое, вот что здесь, что ты хотела этой птичке сказать? Ну она же просто клево летит. Ну, просто клево летит, это ничто, это не сюжет. Да? Миллиарды фотографов снимают клевых птичек. Чем ваша птичка будет отличаться? Да? Поэтому, вот еще раз повторяю, настроение, характер, да, вот эта вот жанровая частота, жанровая ясность, она обязательно должна быть в фотографии. Тогда и сюжет будет хороший. Да? Он сразу трогать, собственно, будет. Да? Что такое трогает? Это значит, эмоционально цепляет. Если эмоций нет, значит, и цеплять не будет. Вот. Еще один очень важный
момент, про который я уже так отчасти сказал, да, это, собственно, оригинальность, да, и соотнесение с опытом. Причем, заметьте, соотнесение не с вашим личным опытом, а соотнесение, я бы так сказал, с мировым опытом, да. Я вот уже еще раз повторю, это говорил, но это очень важный такой момент. Вы снимаете снимок, кого вы хотите этим поразить, да? Что вы хотите, чтобы люди вот сказали, ах, да, какая Эйфелева башня, или там, ах, какое это самое, неужели она такая, никогда я такую не видел. Или вы хотите, чтобы люди действительно, да, вот, то есть, короче, чтобы у вас семья восторгнулась, как вы ловко это все снимаете, да, или чтобы весь мир восторгнулся. В этом смысле все фотографии, которые вот эти вот селфи на фоне, да, давайте, ну, я об этом не говорил, но я думаю, мы все с вами все это понимаем, что это вообще не фотография, и в этом смысле она не может быть хорошим сюжетом. Я вот просто уверен в этом совершенно, да, фотографируя себя на фоне Колизея, там, Капитолия, там, чего угодно, да, мы не сделаем хороший снимок 100%, вот, гарантия, обещаю вам, да, что ни одно мировое агентство его вот вас не возьмет и не купит с благодарностью, и не, понимаете, это про другое, потому что вы сделаете снимок, просто ублажая себя, да, ну, не вы, а, в общем, да, вот эти вот люди. У меня есть потрясающее совершенно, я показывал на нескольких вебинарах раньше, давно не показывал, кажется, надо опять скоро будет показывать, мне очень нравится эта серия, знаете, я искал материалы для одного из курсов, ну, вот типа вот этого нашего вебинара, материалы для показа, вот как не надо фотографировать. И набрел случайно, где-то, знаете, там где-то на фото Mail.ru, девушка какая-то, у нее там свой этот блог, аккаунт, в смысле, она выкладывает фотки. Потрясающие совершенно фотки. Знаете, она ездит по всему миру, она, я посчитал, там стран 50. Но она не видит ничего, кроме себя. То есть она просто вот на всех фотках, она, знаете, ну как вклеена, она просто одинаковая. То есть она снимает вот, ну, себя, вот, значит, и там сзади там какие-то Эйфелевы башни, там какие-то Тадж-Махалы, черт знает что, но ровно половина снимка, это ее вот лицо, причем одинаково, меня это поразило. То есть человек, который, вот у него отточенное вот это вот, знаете, такое вот выражение лица с приподнятой бровью, и она его воспроизводит просто миллионы раз, вот просто как штамп такой, понимаете? И то, что сзади уже не имеет значения, это просто меня вот это поразило. То есть я сейчас смотрю, думаю, может, фотошоп, но там, не смотрю, одежда разная. Там, видно, да, что видно, что там как-то вот, да, что там происходит что-то. Там то она устала, девушка, чем на полкило поправилась. Видно немножечко. Это вся разница между всеми этими снимками. Понимаете? То есть вот ее биографию можно по ним изучать прекрасно. А весь мир, он просто, ну, стороной. Это просто поразительно. Я храню, у меня это хранится. И я думаю, что она где-то не отдала, что обыкалась уже. Может, она с тех пор... Она, ну, жанр она выдерживает просто вот идеально. Да, вот это вот просто автопортрет вот с этим фоном. Это феноменально. Да, это просто, это удивительно, правда. Вот. И это я просто к тому, да, что создавая снимок, надо соотносить, да, вот то, что вы делаете, ну, с мировым опытом. Да, интересно ли это миру, да? Мир-то вообще ждет от нас этот снимок, да, или ему совершенно все равно. Ну, давайте не будем забывать, что хороший сюжет, конечно, должен появляться там, где есть грамотное использование инструментария. Да? Мы же понимаем, что фотографии светло, ну, без света нет фотографии, естественно, да, что композиционные законы никто не отменял, разумеется, да, правило трех частей, диагональ, да? Ну, то есть все, что вот изучают в фотошколах, все, что изучают здесь вот на курсах, да, это все, безусловно, очень такая важная вещь, которую невозможно, без которой невозможно сделать хороший снимок. Да? Возможности техники, я уже об этом упоминал, но тоже давайте это понимать. Зачем люди покупают себе новые объективы, зачем они покупают себе там вместо маленьких, да, там, ультразумов, покупают себе фулл-фрейм фотоаппарат, зачем покупают там штатив, моноподы, там, инфракрасные фильтры, полярики, там, бог знает что, да, вспышки. Для того, чтобы сюжеты были лучше, на самом деле, да, если у вас, опять же, та же летит птица, снять ее, например, там, вечером с каким-то стробоскопом, да, чтобы она там, знаете, как получилось, там, много таких, знаете, красивых таких вот крылышек, это будет интересно, если скажут, вау, как ты круто снял, да, ну, на это надо придется потратить кучу денег, кучу времени, кучу сил, и тогда сюжет, простой сюжет про летящую птичку, да, в вечернем небе, будет совершенно замечательно. Я помню, знаете, убил 2 недели, а мне хотелось снять, я первый раз был, так сказать, ну, в сельской местности, это давно там было уже, в сельской местности в качестве фотографа, и меня поразили
но я думаю, все их помнят, знают вечером летучие мыши. Да, вот особенно на юге, вот эти вот, бесшумно, вот это вот, да, вот, которые летают. И мне захотелось просто их снять. И я 2 недели, пока был в отпуске, я в воздух отбрасывал каких-то червячков, там у меня стробоскопы стоят, то есть я меня не поймал никогда, ну, потому что очень не хватило терпения и сил. Но если бы я это сделал, это было бы классно, точно совершенно, да, потому что я не могу сказать, что весь мир наполнен классными фотками хороших вот, летучих, интересных летучих мышей. Да? Ну, то есть... Все зависит еще, в общем, от того, да, вот что мы вкладываем чисто технически в эти, да, наши фотографии. Вот, и наконец, что тоже немаловажно, да, для хорошей фотографии имеет значение еще и приемы. Это уже авторские приемы, не снимают с проводкой, да, другие снимают со сверхдлинными выдержками. Я думаю, мы понимаем, да, о чем идет речь. То есть разные именно чисто технические приемчики, которые позволяют улучшить качество фотографии. Это тоже очень важно. Эффекты, разумеется, всякого рода, опять же, те же линзы какие-то интересные. Про постобработку давайте не забывать, да, потому что Photoshop никто не отменял, Lightroom никто не отменял, да, и выявить хороший сюжет, скадрировать в конце концов, ладно, мы не делаем там каких-то немыслимых эффектов, но просто скадрировать-то надо, да, чтобы в кадр, да, носом человек там не упирался, или там отрезать, или добавить то, что нужно. Ретушь — это нормальная, совершенно полноценная часть работы, да, и когда мастера, знаете, такой, что называется, старой школы, говорят, что да я работаю без, как в наше время не было фотошопа, да, и мы делали все круто. Это не совсем так. Ну, то есть фотошопа-то, естественно, не было, но были просто другие приемчики. И сидели и на самой пленке ретушировали, да, там какие-то вещи замазывали, и на снимках, на отпечатках при печати, да, тоже какие-то маски, контрмаски, комбинированные съемки, все это было, просто обходились без фотошопа. Поэтому это лукавство, да, хорошие снимки надо обрабатывать, да, если хотите получить классный снимок, его надо реально обрабатывать. И все. Вот это вот, собственно, является такими очень важными, мне кажется, ответами, да, на вопросы, откуда они берутся. Ну, наконец, третий из этого вытекающий, да, вопрос, собственно, как находить сюжеты, то есть как научиться этому, да, как научиться делать так, чтобы они лучше находились. И здесь есть, мне кажется, уже несколько таких совершенно прикладных советов, некоторые более очевидны, некоторые менее очевидны. Первый вопрос – это, собственно, автоматизация навыков. Давайте это мы с вами констатируем. Да, потому что если вы, ну, как вот на курсах, кто вот ходил, да, первый там у меня там по фотографии, да, понятно, что если для вас представляет проблему какая там диафрагма, и что там надо поставить, ISO или выдержку, и куда метнуться, да, или зум-то вот куда крутануть, конечно, ну, все сюжеты уйдут. Нет, то есть они, может, не все уйдут, самые неподвижные сюжеты никуда не денутся, да, но те хоть немножко кто шевелится, они, конечно, с кадра убегут. Поэтому нужно автоматизировать навыки. Вот я уверен, что каждый из вас, ну, я думаю, что все мы так или иначе занимаемся там компьютером, да, и каким-то, ну, понятно, что каким-то девайсом, что называется, да, и вот вы обратите внимание, вы, когда пользуетесь долго, тем же телефоном мобильным, да, вы начинаете как бы мыслить на языке этого телефона, да, то есть если вам, например, нужно, не знаю, там, посмотреть контакт какого-то конкретного человека, вы же не говорите себе, так, сейчас, значит, мне нужно нажать вот на эту кнопку, потом, значит, здесь сейчас откроется, наверное, меню слева, и надо будет, наверное, там посмотреть. Вы же просто делаете, вот разговаривая с кем-то, правда, автоматически. То есть ваш мозг оперирует уже понятиями, скажем, вот этого телефона. Вот то же самое должно происходить с фотоаппаратом. Вот вы смотрите на картинку, да, и у вас в голове просто оно само начинает выщелкиваться, да, там ISO прям уменьшается, прям это вот можно почувствовать, мне кажется, да, как в мозгу ISO уменьшается, диафрагмочка так, хопа, прикрывается, потому что глубина резкости, да, то есть вы начинаете говорить, вот как бы, да, мыслить на языке фотоизображения, вот это очень важно, это я имею в виду, да, что вот эта вот автоматизация, это, понятно, процесс долгий, но он должен обязательно происходить, это первое. А второе, что нужно делать, это, конечно, анализировать
оптимизировать работу. Нет другого способа, кроме как не смотреть те работы, которые существуют, как люди, которые делали, да, и которые мы с вами можем пообсуждать, понять, да, почему это хорошо, почему это плохо. Смотрите на известные фотографии, задайте простым вопросом, почему эта фотография стала хорошей, почему она стала известной, хотя на ней, как я уже сказал, там ноги, например, сидят. Это так, это просто мозг отлично совершенно раскрывает, да. Третье очень такое, может быть, неочевидное решение – это ориентироваться на выбранные цели. Я имею в виду, что если вы решили стать фотографом мирового уровня, давайте так скажем, да, значит, нужно снимать на мировом уровне, да, надо снимать мировые сюжеты. Нужно брать темы, которые интересны, да, на мировом уровне. Надо пытаться подходить, да, к изображению того или иного объекта так, чтобы это было понятно любому человеку в мире, не просто соседу, не просто вам лично. Да? Это просто другой подход. Вы вот сейчас вот подумайте, представьте себе, вот сейчас вот аппарат, и вы сейчас вот выходите на улицу снимать снимок для вот обложки журнала Time. Да? Вы согласитесь, вы уже вот, ну, не будете так вот смотреть, да, а у вас другое ощущение будет. Вы поймете, что надо, видимо, поехать в центр Москвы, да, поискать там какой-нибудь политический, может быть, событие. Ну, то есть надо по-другому совсем, да, искать этот сюжет, если у вас будет какая-то определенная цель. Поэтому без цели, опять же, да, то, что я сказал в самом начале, смысла никакого нет двигаться. Развиваться надо как автор, да. Что такое развиваться как автор? Это, опять же, смотреть, что на свете вообще происходит, какие технические данные существуют, да, что вообще нынче снимают. Мы с вами должны понимать, что существуют тренды определенные, правда? В одном сезоне модно снимать это, в другом сезоне модно снимать то. Мода существует в фотографии точно так же, как и во всех остальных областях. Да, и в этом смысле, да, на этом надо просто тоже следить, надо смотреть, что там интересного, любопытного. Вы посмотрите, например, там фэшн-фотографии, да, есть масса очень специфических каких-то приемов, которые от года к году все время меняются, между прочим, да, и хотите сделать модную, хорошую сюжет, найти интересный для фэшн-фотографии, надо просто знать, как в этом году нынче что снимают, да, поинтересуйтесь. Поэтому развиваться тоже совершенно необходимо. Вот такая вот, собственно, история, вот такие вот вещи. И, понятно, последний вопрос, да, развивать техническую базу. Ну, можно заниматься мобилографией, знаете, ведь есть такой жанр, правда, когда снимают на мобильный телефон. Но развивать это все равно можно. Например, я тут, у меня заканчивался курс буквально 2 дня назад, я придумал такую вещь. Ну, вы знаете, наверное, кто учился специалист, что здесь принято делать эти вот коллективные фотографии, да, на последнем занятии. Я решил делать эти самые селфи коллективные, собрать всю группу, и мы там вместе фотографируемся. Так вроде никто у нас не делает, значит, я так и делаю. Я сделал, когда последнюю фотографию, я обратил внимание, что техническая моя база была нехороша, потому что я забыл протереть камеру своего мобильного телефона, поэтому у меня получился такой, как бы, эффект ореола в серединке так нормально, четко, а краешка, оно так вот расползлось. А я так и сделал, ведь, между прочим, да, никто не догадался, никто не сказал, что же, знаешь, камеры-то не протерли. Но я-то знаю, что, в общем, я ложанул, конечно. То есть я технически не дотянул, то есть был бы сюжет лучше, если бы все-таки был нормально. А тут пришлось как-то выкручиваться. Ну, я там в Инстаграме, конечно, там фильтриками так чук-чук сделал, как будто такое, это, да, винетирование, что так очень изящненько. Еще кто-то, по-моему, даже спросил, ух ты, как у вас круто так краям оно размывается, эффект пакет такой, да, интересный. Говорю, ну да, так чисто постарался. Да, ну, главное себе, не врать, да, себе, в общем, отчетливо объяснять, что чем является на самом деле. Такая вот история, вот то, что я вам хотел рассказать. Это понятно, здесь, собственно, наш телефончик. Вот что я хотел рассказать по поводу всех вот этих ключевых вопросов. Давайте теперь обсудим те вопросы, сейчас уже коротко, да, значит, обсудим те вопросы, которые мне задавали. Так, на почту отправил, сейчас зайду на почту, обязательно посмотрю. Да-да-да, а я, конечно, разумеется, естественно. С каким, спрашивает Татьяна, с каким фокусным расстоянием выбрать макрообъектив, если это возможно, какой макрообъектив? Татьяна, все зависит от задачи. Если вы собираетесь снимать живую природу,
природу, например, да, то, очевидно, имеет смысл брать более длиннофокусный макрообъектив, но для того, чтобы, ну, грубо говоря, бабочки не разлетались, когда вы к ним прямо нос к носу, да, приближаетесь. Ну, обычно берут там 90-120 мм, есть хороший макрообъективчик, там 105-100 мм. Вот, если вы собираетесь снимать макро, ну, грубо говоря, там уже там препараты, да, то понятно, что это уже не имеет значения, и часто их берут даже более такие немножко широкоугольные, там 50 мм, да, и так далее. То есть здесь многое зависит вот от этого обстоятельства. Вот, значит, Татьяна еще раз спрашивает, как вы относитесь к стереотипам фотографий, например, современной ретуши, которая делает человеку маску. Татьяна, я отношусь к этому плохо. Я вам даже более того скажу, я вот там свадебные, например, фотографии, да, я не согласен с этим тезисом, что всем нужна одинаковая гламурная свадебная съемка. Так же, как я не могу согласиться с тезисом, просто я, моя совесть не позволяет согласиться, что каждой девушке на свадьбе нужны обязательно голуби, значит, и выкуп невесты в подъезде вот с этими со всеми прибамбасами, да. Понятно, что те, кто заказывает фотографа на свадьбу, это люди определенного, как сказать, так, жанра, да, определенного подхода. И в этом смысле, скорее всего, там будут голуби, там, скорее всего, будет вся вот эта вот история. Но, тем не менее, все-таки есть люди совершенно другого подхода, да, которым нужно абсолютно иное. Это я просто к тому, что и ретушь фотографии, да, она совершенно другая обычно по стилю. Но у меня даже была мысль... Вот недавно она мне мелькнула, и я хочу это сделать. Если кто-то тоже заберется сделать, могу тоже подарить идею. Я хочу сделать свой автопортрет, а дальше его отретушировать, отгламурить, знаете, так вот, чтобы было вот так вот тошно, чтобы он стал такой вот, вот зализанный, как вот на гламурных вот этих свадебных фотографиях. Я просто этим хочу сказать, что зачем это делать, да? Я, например, вот когда фотографирую, я, естественно, убираю какие-то случайные дефекты. Ну, понятно, что там какие-то есть, там, не знаю, прыщики, там, разная ерунда, но все наверняка читали там недавно, то есть давно уже, в Фейсбуке, ВКонтакте, вот эта вот милая такая история про то, как там, такая слезоточивая, такая сопливая история про то, как женщина решила подарить своему мужу, значит, свой фотопортрет, сделала там, ей отретушировали, все нормально, подарила мужу, а он ей сказал, ай-яй-яй, дорогая, зачем ты так отретушировала себя, да, потому что вот эти морщинки, это те 20 лет нашей счастливой жизни, да, вот там у тебя растяжки на животе, это наши идеи, ну, в общем, ну, понятно такая, в общем, да, милая такая история, но это правда, я вот в этом отчасти с этим согласен, да, что, ну, если вам нужно, ну, другое тело, если нужно все другое, то не надо ходить к фотографу, да, который надо просто там картину написать. Но что-то другое нужно совершенно. Да, поэтому, отвечая на ваш вопрос, Татьяна, я отношусь к ней очень скептически, и мне это кажется такой отдельной, да, и сомнительной историей. Обработка нужна, но обработка должна быть корректной, да, она не должна уничтожать индивидуальность, она не должна уничтожать человека. Да? Вот, как мне кажется. А, Татьяна, про ракурсы, ну, понимаете, сложный вопрос, да, большой, и главное, что это, приходите, что могу сказать, приходите на курсы, я расскажу про ракурсы, много разного интересного, но если говорить совсем коротко, буквально в одной фразе, то мы должны с вами понимать, что в зависимости от того, как камера направлена, там снизу вверх, сверху вниз, у нас совершенно разное представление о размере предмета, да, и вот это вот надо очень хорошо понимать. О размере, о масштабе, да, подходим к маленькому какому-то незначительному человеку, фотографируемому снизу вверх, и он сразу становится похож на памятник, на великого человека, да, так что этим тоже можно пользоваться. Может быть, стоит различать снимки для себя, я себе, и художественную фотографию. Разумеется, можно и нужно. Я, собственно, да, вот об этом и говорил. Наверное, чтобы снять оригинальное, надо начинать с простого, иногда рассудок может обманывать. Конечно, но я об этом тоже сказал, что нужно, прежде всего, не врать себе, да, и нужно заниматься самопсихотерапией, в общем, в известном смысле. Ну, как и для многих вообще работ я бы это порекомендовал. Анастасия спрашивает, как вы думаете,
думаете, нужно всегда обрабатывать фотографии или нет? Я считаю, что практически всегда нужно. Бывает так, что фотография получается хорошо, и обработка не нужна. Ну а что значит хорошо и не нужна? Опять же, вот если вы сняли какой-то удивительный, совершенно потрясающий сюжет, то ценность фотографии уже будет не в сюжете, да? Но с одной стороны. А с другой стороны, разве плохо будет, если, например, посторонние предметы или там, да, там резкость, да, или качество, там цветовая насыщенность будет немножко лучше. Да? Просто иногда бывают снимки, где ретушь не обязательно в силу удивительности, скажем так, и уникальности самого снимка. Да? Но также мы должны понимать, что если человек умеет, если человек хорошо владеет фотошопом, то точно совершенно он всегда что-нибудь полезное сделает.